В России сегодня закрыли год добровольца. Торжества по этому поводу прошли и в нашем городе. Более 1000 активистов собралось в Тюменской филармонии. Среди них волонтеры, руководители добровольческих объединений со всей области. Число добровольцев в регионе постоянно растет. Сегодня их уже более 100 тысяч. И самых активных отметили благодарственными письмами. Среди них инклюзивный клуб «Горизонт». Людей с особенностями здоровья там учат добровольчеству. Это стимул для того, чтобы работать. Как сказали, сегодня 2018 год, хоть и заканчивается год волонтера, но для нас волонтерство не заканчивается, продолжается. Мы будем работать дальше. Это люди, которые несут добро и получают в ответ спасибо, доброе внимание. Мы всегда готовы не просто поддерживать, мы всегда готовы давать некое, так сказать, государственный заказ. Да? Мы готовы обсуждать вопросы проблемные, которые видят ребята, которые видят волонтеры и готовы от них получать заказ на работу с населением.